дорогие и милые наши женщины, девочки. Сегодня мы хотим напомнить вам об одной очень, ну, моей любимой 100% процедуре, об одной очень эффективной процедуре. Именно сейчас начинается очень яркое солнце. И эта процедурка подойдет вам, кому для увлажнения, кому для лифтинга. Это определяют наши косметологи. Елена сегодня будет определять. Ну, неоднозначно для лифтинга уже нужно что-то сделать. Вот. Эта процедура называется фракционная мезотерапия. Между собой девочками мы ее называем коротко дермапен. А почему я ее люблю? Я и колоться, конечно, люблю, но после инъекции остаются синячки. Это больно, боль ненавижу. Поэтому это выход для тех людей, которые не любят инъекции совершенно. Сейчас мы с Еленой расскажем вам, кто не знает, а кто знает, напомним вам об этой процедурке. Стоимость по VIP-карте у нас 1800 рублей, но я могу ошибаться, поэтому лучше смотрите потом в посте стоимость. Итак, как делается процедурка? Что это, Елена? Это персональная ручка DermaPen, которая имеет входное отверстие, куда вставляется вот такой картридж, картридж индивидуальный. Под каждого пациента открываем новый картридж, вставляем в ручку, здесь есть такое отверстие, защелкиваем, и, в принципе, аппарат готов к процедуре. После того, как аппарат приготовит к процедуре, дальше меня сейчас будут умывать, ну, за этим нам не следует наблюдать, вот, и как только меня умоют, Елена дальше расскажет, что она будет накладывать мне на лицо, для того, чтобы потом этим препаратиком, смысл, да, аппарата такой. Снимаем колпачок. Видим такой разъем. Видите, здесь очень-очень много иголочек. И смысл этой процедурки... Вот при включенном аппарате создаются такие вибрирующие движения. Выставляется определенная глубина в зависимости от типа кожи и данной проблемы. И таким образом мы вбиваем микропроколами сыворотку, которую наносим на лицо. Лена приготовила мне много сывороток, так как решить надо огромное количество проблем. Кожа сухая, уже сказала про лифтинг. Поэтому Лена мне будет делать коктейль из нескольких сывороток. Сейчас Елена наносит мне коктейль, как раз который позволит решить две мои самые основные проблемы. Я очень отекаю по утрам. Ну и чтобы выглядеть хорошо, мы наносим дренажный коктейль, который борется у нас с основной проблемой, это с отечностью в периорбитальной области, в зоне глаз. Соответственно, уплотняя кожу, мы тем самым еще и боремся с образованием темных кругов под глазами. Вот, благодаря замечательным ручкам Елены, препарату Дермапен и мезококтейлю исчезнут синяки под глазами, круги и отечность. Я, конечно, немножко натянута, потому что чуть-чуть надо потерпеть. Ну, в зоне щек мы всегда проходим более глубоко, потому что здесь развита подкожно-жировая клетчатка, кожа более плотная, и, соответственно, мощность у нас немножечко выставляется побольше. Но все равно это максимально комфортная процедура. Ну, вот так лежишь у косметолога и узнаешь про свою жировую клетчатку в лице. Нос делаю для того, чтобы пор не было расширено. То есть сюда наносится коктейль, другой. Ну вот, собственно говоря, мы закончили процедуру. Вы видите, у меня нет никаких синяков, кровяных подтеков, как бывает после биоретилизации. У Лены на столике нет ватных дисков с кровоподтеками. Вот. Так что приходите на мою любимую процедурку Дермапен. Не забудьте, как она называется. Фракционная мезотерапия лица. Спасибо большое.